Недалеко от нашей деревни находится очень красивое озеро. Озеро Поколево называется. Наверное, вы обращали внимание, во многих роликах, где я снимаю озеро Поколево, видна странная кровать, которая находится прямо в воде. Что это за кровать? Самое любопытное, что эта кровать видна даже на Google картах. Вот посмотрите внимательно. Вот эта яркая точка, это и есть наша кровать на нашем озере. Но вы спросите, для чего же кровать стоит посередине озера? Ну, ответ на самом деле очень прост. Летом с нее ныряют в воду. Мальчишки, да и не только мальчишки, и взрослые очень любят залезать на эту кровать и прыгать с нее прямо в воду.